Когда менять права? В ГИБДД разъяснили эту ситуацию. Документы, у которых истек срок в период пандемии с 1 февраля по 15 июля, останутся действительны до конца года. Водители, у которых при надзоре за движением сотрудники госавтоинспекции будут выявлять такие водительские удостоверения, привлекаться к административной ответственности не будут. Для замены водительского удостоверения гражданин может воспользоваться порталом государственных услуг, получив при этом соответствующую скидку в 30%, либо обратиться в МФЦ. Подать заявление на замену прав можно в управлении ГИБДД или же по электронной записи. После этого водителя вызовут в строго назначенное время. Замена документов проходит со всеми санитарными требованиями. К слову, если раньше езда с просроченными правами наказывалась штрафом до 15 тысяч рублей, то сейчас имеются послабления. Вызваны они пандемией коронавируса.